Привет, ребята. Такой вот сбой появился у меня. Не знаю, с чем это связано. С прошивкой, либо с шифрованием, либо с данной моделью телефона. Причем не первый раз уже возникает проблема. Ну, когда он я поставил знак для шифрования. Здесь вот рисуешь, и он спрашивает этот знак, но я его ввести не могу. Видите, и сбойная картинка даже. Ну, нету вот этих точек. Я не могу нарисовать. Вот. Ничего нету. Такой сбой. Причем не первый раз уже проблема возникает с когда шифрование раздела. У меня сбоило тоже перед этим какая-то прошивка стояла. Resurrection, по-моему. Я не мог нормально поставить. У меня что-то вылетало постоянно. Пока я не перетер несколько раз раздел D, ничего не запустилось. В общем, вот проблема постоянно с шифрованием. Шифрование я даже и не включал, оно было по умолчанию включено. Теперь прошивка не грузится. Ну, придется переставлять. В общем, такой момент учитывайте. Постоянно эта фигня с разделом шифрования. Там я тогда было перед этим только что проблема, что я стер прошивку, а остались какие-то следы вот этого шифрования, и новое не ставилось. Такое вот была проблема. Сейчас вот просто я не вижу, где рисовать этот значок графический. Пока что все. Пока, ребята. Ну тогда выход какой? Не ставьте вообще шифрование. Либо, может быть, пин-код надо было ставить. А убрать шифрование, по-моему, вообще нельзя. На этом все.